Центр захисту українців на першому міському. Я вас вітаю. Мене звати Руслан Дроздов. І сьогодні наживо прямо зараз будемо говорити про важливе. Сьогодні ми хочемо поговорити про домашнє насилля. З'явилося таке слово аб'юзер. Хто це такий? Як виявити цього аб'юзера? Як зрозуміти, що домашнє насилля це саме те, що з тобою відбувається? Як протистояти цьому? Де шукати допомогу? Про все сьогодні будемо говорити найближчі 40 хвилин. І приєднуйтесь до нас. Сьогодні до нашої студії приїхали Олена Юхімчук, директор реабілітаційного центру для жінок «Софія». Я дякую вам. І психолог Тетяна Гурина. Дякую вам. Горіна. Горіна, звісно. Пані Тетяна, давайте почнемо все ж таки з психологічної точки зору, бо я розумію, що домашнє насилля, да, всі кажуть, ну це стусанів я отримую там від кого, це насилля. А що є там моральна сторона, не дуже багато людей розуміє, що морально теж може бути насилля над тобою. Або якісь інші моменти співжиття з людьми, які поруч з тобою завжди, і вони роблять з тобою саме це, аб'юзінг. І ти не можеш розуміти, що це він. Що це таке домашнє насилля? Домашнє насилля... Я хотіла б зупинитись на тому, що дуже багато видів цього насилля. Угу. Як ви вже указали нам, то це моральне, так? Це найскладніша форма. Угу. І якщо ми спробуємо довести, що це саме моральне або психологічне насильство, угу, саме психологічне насильство, то це дуже... довгий шлях. Так. Це дуже травматичний може бути шлях, угу, доказів. Угу. Я спробую зупинитись на деяких видах, тому що є ще таке насилля, яке зараз дуже розповсюджене. Це насилля навіть економічне. Угу. І цей вид стосується як жінок, так і чоловіків. Зараз, коли дуже широкий спектр праці і працевлаштування, але він дуже обмежений для деяких людей. Угу. Чи для молоді, чи для більш старшого покоління. І навіть зрозуміти бюджет, і як цей бюджет розподіл в той родині, чи в тому сімействі, і які саме там ролі хто відіграє, це дуже-дуже спірне зараз питання. Тому стусани – це, мабуть, такий кінцевий вже результат, коли всі учасники вже в такому дуже гарячому стані. Тобто вони вже не можуть витримувати того напруги, який кожний з них – чи всередині він відчуває це, чи він відчуває від конкретної людини. Можливо, ця напруга в ньому є, але будь-яке слово цю напругу може збентежити, і тоді йдуть стусани. Ну, наскільки я розумію, ми зараз будемо говорити, при тому, що в нас є Олена, яка займається жінками, я розумію, що домашнє насилля – це не тільки жінки, які потерпають від того, що чоловік може бити їх. Це може бути і навпаки, жінка, яка б'є свого чоловіка, або його принижує, або там економічно, або психологічно, або морально. Це може бути знущання над дітьми, це може бути насилля над пенсіонерами із сторони пенсіонерів. Так. Це може бути все, що завгодно. І це не тільки про жінок ми говоримо зараз. Не тільки. Угу. Дуже багато саме людей похилого віку, чи самі стають аб'юзерами. Ну так. Навіть частіше вони маніпулюють. Угу. Але також вони можуть бути постраждалими. Угу. Постраждалі люди, вони навіть не розуміють, куди звертатися. Дуже часто вони... істерують, телефонують і не знають, де їм звертатись, щоб дати раду такій ситуації. Ну, вони телефонують там своїм друзям, своїм близьким, з якими можуть поспілкуватися, але ці люди не можуть вирішити їх проблему.
Буває по-різному. Да. Буває таке, що є таке оточення у людини, яке не тільки підтримує, але і приходить таки на підтримку і може розвернути ту ситуацію, коли розв'яжеться то насилля чи той конфлікт. І дуже часто треба саме третя сторона, яка буде допоможе так, да. І буде виносити саме цю проблему на світло. Якщо це вже на світлі, то кожен із учасників розуміє. Тобто, якщо людина в цій ситуації, вона навіть може не розуміти, що саме відбувається. Вона звикла до того, що ось таке життя в мене. Таке життя, так. Селяві. Селяві, да, селяві. Да, да. Ну, потрапила і потрапила. І да. У мене нікого немає, крім цієї людини. Куди ж я піду? Куди я піду? Да. І ви знаєте, насилля – це саме та напруга, яка виливається. Виливається на кого? На близьких. А близький – це може бути будь-хто, з ким людина проживає під одним дахом. Да. Чи не під одним дахом, а дуже в кріпких стосунках. Якщо я довіряю, то, будь ласка, витерпи від мене все, що я несу. Але людина, яка поряд, може не видержувати того. На жаль. Альон, кажуть, що по світові, ну, якщо взяти світову соціологію, то кожна третя жінка на планеті колись відчувала на собі от таке домашнє насилля. Колись вона ставала об'єктом або побиття, або психологічного, або морального, або якогось іншого насильства над собою. Як у нас, чи згодні ви з тим, що така величезна кількість дівчат потерпає і жінок потерпає, чи може ще більше? Ну, на самом деле, мне кажется, что еще большее количество женщин страдало домашнее насилие, потому что каждая третья, это говорится на какой-то определенный этап времени, и мы не забываем то, что есть официальная статистика, да, это женщины-героини. Те, кто на самом деле, они решились, они обратились в полицию, они обратились в приют и обратились за помощью. А сколько женщин молчат и не говорят о том, что они находятся в этих отношениях, потому что на данный момент они не видят выхода. И все-таки женщина, это все равно где-то, мне кажется, каждая вторая, потому что кто-то рос в таких отношений, да, потому что раньше у нас были такие стереотипы, что вот мамы, они жили с папами, которые могли относиться к ним по-разному, могли и бить, и жить ради детей, и жить потому что некуда уйти, и жить потому что, а что скажут люди, а вдруг про меня что-то подумают, а как же дети будут. А давайте подумаем, что, допустим, это у нас город Одесса, а если взять Одесскую область даже, те же села, маленькие населенные пункты, то там же на самом деле действительно ужас, и боятся говорить, потому что скажут соседи. И эти девочки росли в таких семьях. Потом они, когда они выросли, то в это же время они или сами стают абьюзерами, потому что они видели это поведение сильного члена семьи и понимают, ага, так можно манипулировать, так можно добиваться своих каких-то целей. Либо становятся пострадавшей стороной, потому что мама терпела, мама так жила ради детей, а как мои дети будут расти без отца? Допустим, да, или как же я могу уйти, куда я уйду, что про меня скажут, мы же такая хорошая, положительная семья. Это один вариант. А второй вариант, когда женщина, допустим, росла без отца, так. И она знает, как это расти без отца, она помнит, как ее мать тяжело работала, как ей не хватало этой опеки, этой любви, и она думает, пусть уже у моего ребенка будет хотя бы такой отец, но он будет. И она так же сама живет с этим мужчиной, несмотря на то, что он ее может обижать, унижать, но для того, чтобы у ребенка был идеал отца. Ну, хотя бы какая-то семья, да. Да. И при том, что мужчина, он же может к ребенку относиться якобы нормально, а провоцировать свою агрессию именно на супруге, не учитывая то, что если ребенок это видит, он в этом участвует, это уже ненормально. И мы видим третью категорию, когда женщины успешные, они обеспечены, они те семьи, которые у нас называются интеллигенция, высшие круги, и оттуда еще тяжелее уйти. На самом деле говорят, что когда семьи, да, домашнее насилие, это социально неблагополучные семьи, это там, где женщины были сиротами, это там, где у мужчины есть какая-то из видов зависимости, но еще хуже, когда женщина находится в высших кругах, где никто не может даже подумать, что там может происходить домашнее насилие, и ей еще тяжелее туда выйти, потому что это как золотая клетка, и она, уходя,
рискует многое потерять, чтобы обрести эту желанную свободу. И сколько она кругов, она же еще больше кругов проходит всего, чтобы освободиться от этого. Это чем та женщина, которая, допустим, из обычной семьи, она подала в полицию, обратилась за помощью, ей оказали. А сколько таких писем, которые пишутся, и они возвращаются, если это высшие круги. Поэтому третья женщина, это, мне кажется, знаете, та статистика, которую мы слышим из года в год. Третья женщина. Но на самом деле... Все равно в жизни каждой женщины, мне кажется даже, были или знакомые, которые страдали от домашнего насилия, или родители, а она не хочет это вспоминать, она сделала выводы. И у женщины, прежде чем она построила здоровые, хорошие отношения, все равно до этого были отношения, которые, возможно, были нездоровыми, но она просто смогла вовремя распознать этого абьюзера и правильно с этих отношений уйти. Поэтому домашнее насилие – это та же эпидемия, это та же у нас пандемия, когда каждый год у нас фиксируются новые случаи, и я рада, что у нас в стране делается все больше каких-то успехов на пути к преодолению. Для того, и даже мы не можем говорить, что мы хотим побороть домашнее насилие. Ну, потому что побороть мы его не можем. Ну, как мы можем людей, которых изначально есть у них задатки абьюзеров, да, что мы можем с ними сделать? Ну, мы про это зараз поговорим, обов'язково. Мы можем сократить количество и помочь тем, кто страдает от этого. Тетяна, ну, от мы завжди с дитинства чуємо, бачишь, яка поведінка, не роби так, це так погано. Але дитина дивиться на батька, дивиться, що він б'є свою матір, він розуміє, що я буду саме такий. Де тут момент того, що нам кажуть, так поступати не треба, я беру те, що не треба, і сам поступаю так, і стаю аб'юзером. Як це так механізм працює? Благодарю вас за этот вопрос, потому что это как раз уже компетентность родительства. И как раз осознанное родительство предполагает, что если я что-то запрещаю или я что-то осуждаю, то я показываю другой пример, как надо. Чаще всего у нас люди привыкли к запретам. Да. Вот нельзя так, а как иначе? И именно в этом дефиците сценария поведения, то есть люди не пробуют иначе. Вот мы как раз с вами говорили до нашего эфира о том, что есть реакция на угрозу – это смех. А человек к этому привык. Он не может выйти из привычной колеи. Да. Для того, чтобы колею изменить, нужно принять внутреннее решение. Я буду по-другому. А если я не вижу другого выхода? И, к сожалению, наша природа человеческая, она устроена и по человеческому, и по животному типу. Да, да. И мы чаще всего что делаем? Мы подражаем. Это очень просто. А вот если сделать какой-то новый шаг, то нужны усилия, определенные усилия внутренние. Да. И эти внутренние усилия или легкость – это решение. Знание не меняет поведение. Поведение меняет только принятое решение внутри. И новый внутренний диалог человека, который говорит себе «нет». Я себе не разрешу больше так. Значит, я принимаю решение делать по-другому. Вот этот момент, он как раз поворотный. Причем он поворотный, как в судьбе, будем говорить, и абьюзера. Потому что если он понимает, и сейчас есть государственная программа для кривдників. Навіть так. Навіть так, але, к сожалению, за вот мою практику, по-моему, всего два человека, которые написали добровольно пройти такую программу реабилитации абьюзера, кривдника. Чаще всего это суды. Суды, которые присуждают небольшой штраф. Но если человек понимает, что он свою семью ведет в никуда, то он решается на серьезный шаг изменений. У нас очень много сейчас еще обращаются за такой услугой, которая существует как в социальных службах, так и в судах. Это медиация. Это посредничество при конфликтах. Но по критериям медиация не применяется тогда, когда есть насилие. Да. И если есть добровольное желание обеих сторон, то будет результат. А якщо її нема, то звісно. Скажіть мені, будь ласка, а чи багато звертаються дівчат до вас, дівчат, які з дітьми приходять до вас, і на очах дітей
ви розумієте, що відбувалися оці от події? Да. Наш центр «София», общественной организации «Вера, надежда, любовь» рассчитан на проживание 20 человек, то есть 20 спальных мест. Ну, к нам поступают женщины, очень редко женщина приходит к нам, у которой нет детей, это единицы. Поступают женщины, которые уже беременные, самое главное, это уже последние месяца беременности, 8-й, 9-й, вот, начиная с 6-го. Тогда, когда уже наступает такой пик, и начинают мужья их бить, даже несмотря на их положение. А так у нас в основном это женщины с двумя детьми, с тремя, даже есть с пятерьмя, и самое большее у нас сейчас живет семья, женщина, у нее 6 детей. Наверное, 6 детей. Да. И что самое интересное, у нас есть женщина, которая, допустим, у нее 5 детей, и она прожила с абьюзером 20 лет. И только когда появился 5-й ребенок, она приняла решение уйти. А до цього вона сиділа і мовчала. Она ж, да, она молчала. Она говорила, она, у неё родители умерли. Она жила с мужем, и у неё появилось 4 детей от этого мужчины. И самое интересное, они тоже страдали от этого, так сказать, отца, который впоследствии был лишён родительских прав, потому что он называл их, что это не его дети, они недостойны называться его детьми. Он ломал замки, доходило до того, что в их квартире он даже ломал замки в туалет, чтобы дети не могли закрыться. То есть там вообще дети полный были, контроль. Да, настолько были травмированы, когда они попали в Софию. И действительно, сейчас, когда я смотрю на этих детей, я радуюсь, потому что я вижу результат работы. Но тогда, насколько они были замкнуты, насколько они были каждый по себе, и сколько они пережили всего вместе с их мамой. И когда у нее появилась самая маленькая дочка, 5-й ребенок от него, она приняла решение уйти. Видя его действия по отношению к девочке, она поняла, что все-таки надо брать и уходить. Потому что раньше дети видели, как он ее избивал, как относился, но она терпела, верила, надеялась, что что-то изменится. Но самое интересное, это та семья, которая в центре уже живет второй год. Да. И этот уже бывший муж, бывший отец не имеет мужества, квартира ее. И он даже не имеет мужества уйти из этой квартиры, чтобы 5 детей могли вернуться в жилье. Он сидит и ждет решения всех судов. А чи багато жінок, які побували у вашому центрі, а потім повертаються знов до аб'юзера? Вы знаете, вот когда меня спрашивают, как ты оцениваешь результат своей работы, да. Я говорю, для меня, мы же не можем, когда она приходит к нам в центр, мы говорим ей об услугах, которые мы можем ей предложить. Но мы не можем сказать, что бери, разводись, вот возьми, разведись, он тебе не пара, он тебе не нужен, ты хорошая, нет. Это решение должна женщина принять сама. Мы должны ее к этому сподвигнуть, помочь, показать, помочь ей во всех сферах, то есть даже доходя до гуманитарной помощи, чтобы она поняла, что она спроможна, да, как да, у нас да, говорят, да. И могла уйти. И вот результат моей работы, когда я вижу, что женщина, она начинает новую жизнь, и она не возвращается к этому мужчине. И вот за последние 2 года у нас была только одна женщина, и это меня очень радует, которая вернулась. Она была в положении. Я с ней поддерживаю связь. Она, кстати, не с Одессы, она со Знаменки. Она родила ребенка там. И вот я все равно, у меня, что самое главное, мы со всеми женщинами поддерживаем связь. И мы с ней списываемся, и сейчас у них все хорошо, по ее словам. Я с ней всегда говорю, что тебе есть куда вернуться, чтобы ты знала, что в любой момент ты можешь обратиться. Но это только одна женщина из всех. А в год к нам обращается где-то около 100 женщин, потому что у нас же не только приют, но и там юридическая, психологическая помощь предоставляется. Поэтому это радует, что все-таки женщины начинают новую жизнь. Но что примечательно, тоже женщины, которые к нам приезжают из маленьких населенных пунктов, это поселки, села, не возвращаются туда. Потому что в то время, когда женщина реабилитируется, она все проживает, у мужчины есть время сочинить свою историю. А это же маленький населенный пункт, она приезжает, начинаются пересказы, и они все остаются в основном в Одессе, устраиваются здесь на работу, либо переезжают в другие города, но в свои маленькие населенные пункты они уже не возвращаются. Ми за декілька секунд продовжимо, ми поговоримо взагалі і про те, чому все ж таки жінки повертаються до аб'юзерів, які їх б'ють, які знущаються над ними. Залишайтеся з нами, це Центр захисту українців, ми продовжимо за лічені секунди. Центр захисту українців на першому міському. Ми наживо продовжуємо сьогоднішню тему, дуже тяжку тему – домашнє насилля. Про це ми говоримо сьогодні з нашими гостями. Олена Юхімчук, директор реабілітаційного центру для жінок «Софія», і психолог Тетяна Горіна сьогодні з нами.
Дівчата, чому все ж таки ми розуміємо, що є величезна купа дівчат, жінок, чоловіків, які потерпають від насильства і повертаються до цього насильства? Що такого з аб'юзером, що це за магніт такий, який притягує людей до себе? Вони ламають їм ребра, носи, вони б'ють їх, вони знущаються над ними, морально, фізично, психологічно, зі всіх сторін. Людина каже, все, я більше не можу, я вийшла, а потім повертаюсь знов. Чому? Сладость близості. Так. Сладость близості, сладость зависимих отношений. Угу. Если эту женщину или этого мужчину в родительской семье не принимали, его унижали, а тут его приняли, им восхищаются. Але при цьому його б'ють. Его унижают, но это бывает редко. А вы же знаете, что мы помним только хорошее. Поэтому я говорю о сладости. Угу. И это, к сожалению, очень страшный клей. Ну так. И если я буду искать дальше, это же нужно затратить огромные силы. А как уйти, если тут меня приняли? Угу. А де шукати інше життя? И это зависимые отношения. К сожалению, в нашей культуре очень много зависимостей. И мы их не осознаем. Уровень осознания личности, кто я, где я, какой я и с кем я, это слишком много и очень сложных вопросов. А я живу по привычке, я теку по течению. Это же проще. Ну, так. Это же сладость близости. Зачем уходить? Зачем напрягаться, если все хорошо? Ну, было плохо, сейчас будет хорошо. А он принес цветы снова. Есть такая очень простая формула. Да, извинился и снова, и снова, и снова. Угу. И эта формула, к сожалению, это заезженная пластинка. Угу. И люди все равно каким-то образом на каких-то своих потребностях понравились друг другу. В каждом из нас есть масса хорошего и масса плохого. Угу. И мы такие, как все, и мы не такие, как все. А супружество – это партнерство. Но мы любим доминировать. Мы любим власть. Это тоже сладкое слово. Угу. Когда меня признают, значит, у меня же вырастает корона. Ну да. И еще она начинает сверкать. И сам же либо абьюзер для жертвы начинает натирать ее корону. Либо наоборот, та же самая жертва абьюзеру натирает корону, какой ты замечательный. Да. И это обязательные вещи во время насилия, когда мы зависим друг от друга. Зависим, но либо мы в партнерских отношениях, либо мы в зависимых отношениях. Партнерство предполагает уважение, предполагает восприятие другого таким же и с такими же правами. И очень часто мы не умеем чувствовать и выставлять границы. Вот это я точно могу терпеть, а вот это я не могу терпеть. Или даже не просто терпеть, а я не позволю. Угу. Мало осознанности в отношениях. Тем более, если это люди, которые, к сожалению, сегодня общекультурный фон, да, наш очень разорван. Угу. Есть люди, которые вот, в отношениях семьи, они просто текут по ручью, по течению. Ну, як вода йде, так і я. Так і я. Моя мама так делала, мой папа життя так делал. Життя таке. Життя бентежне. Да. Угу. І це ж рішення, яке приймає кожен чоловік благодаря собственному внутрішньому діалогу. Угу. Либо він привик к этому, і він навіть не задає собі вопросів. Угу. Либо він наконец-то говорить, ну а зачем же це мені потрібно? Куди це приведе? Дякую. Альона, скажіть, будь ласка, боль – це наркотик, який приваблює людей, який затягує людей? Ну, можна сказати то, що тут теж такий вопрос дуже цікавий, можна смотреть з різних ракурсів. Домашнє насилие, по факту, можна сравнити з зависимостю. Угу. Вот, я говорю, що є алкогольна зависимость, є наркотична зависимость. Домашнє насилие – це та ж сама зависимость.
То есть, когда вот женщина, либо мужчина хочет бросить человека, который является абьюзером, да, он понимает, что ему плохо, что это вред, вред для здоровья. Если это психическое, психологическое насилие, это также несет вред физическому здоровью. И иногда даже больше, чем если он, допустим, ее ударит. Там, угу. Мужчина, допустим, женщину. Это может быть еще больше вреда. Человек понимает, что действительно это плохо. Мне плохо. Я не хочу так жить. Да. Я страдаю. Я хочу с этого выйти. А потом человек начнет от этого выходить. Он чувствует, вот, я молодец, я справился. Проходит 2 дня, начинается та же ломка, как после наркотика, да? Угу. Начинает не хватать человека, начинается вот это, а может, я сделала что-то не так, может, я была не права, я сама спровоцировала, вот я это не так сделала, вот почему я так поступила, а можно же было вот так поступить, можно было так сказать, можно было смолчать, а вот он же такой хороший. В этих моментах надо отключать логику, да. Надо отключать все. Пішла, да. Значит, пішла. Да. И нужна все. Очень сильно поддержка близких, угу. Потому что близкие в этот момент они выступают как здравый разум, да, когда ты говоришь себе, ну он же такой прекрасный, ну, а тебе говорят, нет. Це у ситуації, коли мама каже, ти молодець, а коли да. Мама каже, куди ж ти пішла? Да и ты придешь до вот нас, ну как это может быть? Нужна поддержка. Все равно человек, который страдает от домашнего насилия, он не справится без поддержки. Ну, звісно. Это может быть подруга, может быть знакомый. Тот человек, который скажет, ты правильно делаешь. Как раз те моменты, когда, это знаете, как эффект Золушки да. У женщины наступает. Когда она говорит, ну у меня же была карета, был принц, а как это тыква? А вот он же был такой прекрасный. Потому что мы знаем, что абьюзеры, они очень красиво ухаживают. Вот эта вся сказка. Они очень быстро говорят, давай жить вместе. Угу. Ты меня любишь. Ты такая, и вот через месяц ты уже вроде как живешь вместе, и он тобой опекивается, оберегает. И это же часто девочки, которые, допустим, они росли в полноценных семьях, но они были лишены любви какой-то, заботы. И вот он говорит, я тебе это все дам. Начинаются какие-то дорогие подарки, там, рестораны, вот все для тебя. И ты думаешь, боже, за что мне такое счастье вообще, как бы, это ж мне такое на миллион повезло. И как от этого отойти? И нужно, вот как раз момент ломки, да, угу. И этот момент самый важный, не вернуться, потому что в момент ломки женщина и возвращается. Она понимает, что я лучше буду там, и он, а он же, в это, он же время не теряет. Ну он да. Начинает звонить, извиняться, стоять на коленях и плакать, и говорить, как я мог на такую святую женщину поднять руку. И вот это надо просто включать здравый разум, и потому что вот эти моменты и возвращаются. Надо их отключать и двигаться дальше с помощью близких, поддержки, разных центров, делать все для того, чтобы собрать себя в кулак и просто не вернуться. Потому что с каждым возвращением, вот они будут стоять на коленях, знаете, когда первая пощечина, человек стоит на коленях и плачет, говорит, мы должны расстаться. Почему расстаться? Как я мог ударить тебя? Мы должны разойтись, я себе этого не прощу. И потом, знаете, как в анекдоте, он плачет, а она потом в итоге его еще успокаивает, что не переживай, даже просто сорвался. Да. А с каждым разом будет все хуже, каждые слезы, а ломка будет сильнее, потому что моментов же сладостных, этот круг насилия, все-таки же будет что-то хорошее, она будет вспоминать, и в этот момент нужно собраться и просто, чтобы не вернуться. Но это очень тяжело. Угу. Это, знаете, вот взять, допустим, тех же людей, у которых наркотическая зависимость, алкоголическая, когда они решаются уйти, нет такого, что раз и бросил, и все. Они же все равно возвращаются. Одиницы так роблять. Это так. Нужно да. Набраться силы, пройти многое время, чтобы понять, что уйти и не вернуться. Так же самое здесь. Есть очень много факторов, когда женщина зависит и психологически, и финансово от мужчины, и просто начинает, знаете, часто притягиваются люди, у которых одинаковые проблемы. Угу. Допустим, ему не хватало любви в детстве, и ей не хватало. И вот они вроде бы, вот эти же тоже особенности этих отношений. Настолько много спильного, кажется, да, что да. Мы с тобой так похожи, мы с тобой угу. Единое целое. И ты в этом человеке, в его детстве, в его жизни видишь себя, что ну я такая же, как и ты, я же от этого же страдала. Только потом, понимаете, методы исхода от ситуации разные. Ты хочешь спасти человека, потому что думаешь, ну у тебя этого не было, я тебе это все дам. А другой да. Человек думает, а у меня это не было, я буду тебя покорять, и я буду над тобой властвовать. Тетяна, як зрозуміти, що людина, з якою ти спілкуєшся, ну, на якомусь там початковому рівні, вона може стати вироком у твоєму житті? Вона стане аб'юзером? Чи можна зрозуміти, відчути це спочатку, не проводячи якісь там тести, не беручи аналізи в нього, не ходячи до бабок, які там на картах розкладають, це буде? Як зрозуміти, що ці відносини можуть призвести до трагедії? Я уже говорила о том, что прежде всего партнерство и уважение. Угу. Если твои потребности вдруг неинтересны, если твои потребности вдруг не удовлетворяются, если ты резко уменьшаешь
свое пространство, свои связи, свое общение, если ты не развиваешься, угу. если вы не обсуждаете общее, а есть только чье-то, а твоего практически нет, и ты действительно начинаешь испытывать дискомфорт. Угу. Дискомфорт и запреты. Это один из первых колокольчиков, который говорит о том, что человек и человек достаточно жесткий. Угу. На самом деле выбор партнера в жизни – это выбор образа жизни. Ну так. Если совпадают интересы, это еще не значит, что психологически этот человек может быть партнером. Он не будет твоим контролером, он не будет твоим критиком. Угу. В каждом из нас очень много ролей, очень много голосов. И в мужчине, и в женщине. И если один из голосов доминирует, а очень часто люди любят доминировать друг над другом. Ну, известно. Да. Они же получают власть. Власть – это тоже сладкое слово. Угу. И когда ты чувствуешь, что ты находишься уже в рамках, в которых тебе неудобно, неуютно, еще и начинаются проблемы. Чаще всего со здоровьем, чаще всего с нервами, угу. чаще всего ты чувствуешь и видишь какие-то последствия. Надо быть просто внимательным. Это простая любовь к себе и к другому. Если ты по-настоящему любишь себя, ты будешь любить другого тоже с уважением. И тогда ты почувствуешь, что этот человек перестает уважать самого себя, угу. раз он забирает свободу другого. Это очень тонкие вопросы. Ну, так, да, это да, вопросы да, да. действительно осознанности. Осознанность – это то, о чем сейчас говорила моя коллега, когда третий человек появляется. Поэтому и есть такая замечательная идея Бога, что он все видит. Угу. И очень часто люди идут вот к этим самым либо гадалкам, либо в церковь, да, либо надеются на авось. Они шукают третью сторону, да. Они все равно, да, угу. и вера, но вера какая, во что именно? В то, что мы справимся, в его разумное начало, або в свое разумное. Краще, да. Да, вы понимаете, угу. вот эта надежда, которая очень часто вытаскивает людей, угу. очень часто она и скользкую дорожку выкладывает людям. Mm-hmm. Поэтому вопрос действительно разумности и общения на равных партнерских договоренностях – это очень важный момент. Mm-hmm. Если тебя выслушивают, если ты можешь выслушать, если приняты твои просьбы и идут изменения, да, то тогда ты понимаешь, что мы можем это преодолеть. У каждого человека есть какой-то кризисный период. Действительно, сейчас жизнь достаточно быстро изменчива, и какая-то потеря внутренняя, да, какого-то угу. равновесия, она всегда есть. Да. Но есть как раз в этом неравновесии и возможность развития. Угу. Так вот, либо мы развиваемся в добрую и функциональную, что называется, сторону, когда мы друг друга поддержим, справимся и пойдем дальше, это будет хорошо для нас обоих. Да? Угу. Вот в любых отношениях. Либо человек не учитывает ни себя, ни своего партнера и продолжает по-старому, что в конечном итоге приводит вот к какой-то очень-очень глубокой травме, потому что травма в отношениях, она потом излечивается очень долго. Угу. Очень да. долго. Да. У нас залишається 5 хвилин. Я хочу, щоб ви наостанок по 2,5 хвилинки дали рецепт тим людям, які зараз можуть нас дивитися, і зрозуміти, що треба зупинятися. А що далі? Ну, це дуже ж тяжко. Зупинитися я можу, а що робити далі? Ваша відповідь. Що робити чоловіку, жінці, дітям, не знаю, всім завгодно, якщо вони розуміють, що треба зупиняти все це? Ну, прежде всего, я би хотіла посоветувати понять, что люди не меняются. И если мы простили человека один раз, угу. если он один раз переступил наши личные границы, то это уже все. И это он будет понимать, что можно делать так дальше. Можно дать человеку шанс один раз.
если это не физическое насилие, на то, что вот так случилось от неосознанности. Угу. Но если женщина видит эту цикличность, нужно уходить. Нужно верить в то, что в мире есть сотни, тысячи прекрасных мужчин, которые могут подарить ей это счастье, независимо, если живет она одна или живет она с детьми, но выход есть. И если она останется, то это путь никуда, и закончится все очень печально. Конечно же, где искать помощь? Я бы хотела поделиться контактом. Да. Есть наша организация «Вера, надежда, любовь». Наша горячая линия – это 048-37-25-17. Угу. Куда любая женщина, несмотря на то, что ей нужна юридическая помощь, психологическая, возможно, ей нужна просто консультация, как ей правильно выйти, чтобы мы ей посоветовали, уже более детально рассказали. Она может позвонить и получить бесплатно консультацию. И если нужно, приют, если она, допустим, уже с ребенком решилась уйти, и у нее просто некуда уйти. Ну да. То мы, конечно же, поможем, мы открыты. Дякую вам. Тетяна, що робити людині, яка розуміє, що треба зупинятися, треба щось робити. Вона не знає, що, вона не знає, де шукати цієї допомоги, але вона розуміє, що треба зібрати отак от всі речі і просто вийти з цих відносин. Що робити далі? Якщо вона зрозуміла, що треба збирати речі, то вже вона їх збирає. Ну, ви знаєте, вона збирає речі, йде до мами, потім повертається знов до цих відносин. Ці відносини – це питання. Угу. Якщо вони потрібні, то для чого? Угу. Ставте питання. Питання, які ви собі поставили вчасно, угу. І якщо ви не можете знайти цієї відповіді, ідіть до психолога, йдіть до спеціаліста, йдіть до найкращої людини, яка вас чує і яка є для вас точкою опори. Це дуже-дуже важливо. Угу. Якщо вас людина чує, то вона почує вашу біль. І з цією біллю жити – це травма, яку потім треба буде лікувати, можливо, все життя. Особливо, якщо у вас є діти. Да, думайте про дітей. Это да. Самое главное. Вот почему даже женщины, которые выходят, в основном, да, есть женщины, которые с детьми, что все-таки угу. думать о детях, потому что у нее зависимость, но думать о том, что будет дальше с детьми, когда они вырастут, и они просто наследуют ту же самую модель поведения. Угу. А так и бывает очень часто. Дети очень часто чувствуют, им нужно выжить, и угу. они чувствуют силу. Они чувствуют, на чьей стороне деньги, они чувствуют, кто более устойчив психологически. Угу. И они часто выбирают не самый лучший путь. Угу. А это потом приводит к их поведению. И это продолжается, как мы уже с вами говорили, по течению жизни. Угу. Вот это говорит о том, взрослеем мы или нет. И вот это единство и борьба противоположностей внутри нас, приводит ли она к развитию нашему? Либо это застой и падение? Ну і мені здається, головне не мовчати, головне зрозуміти, що фраза, яку ми з дитинства всі чуємо, б'є, значить любить. Я ну, взагалі не розумію, звідки ми взяли цю фразу. Б'є, значить сяде. І б'є, значить любить бити. Б'є, значить не любить, мені здається. А цю фразу, як і моя хата з краю, нам з дитинства це говорять, ми собі це відкладаємо десь там, програмуємо і все життя живемо, як ото бревно, яке пливе, його всі там хвилі пинають, каміння пинають, а воно пливе. Тому не треба мовчати, по-перше, да. треба розмовляти. Обов'язково виносити те, що болить. Угу. І біль – це вже показник того, що тобі некомфортно, і що це буде не краще для тебе життя. Ну, як кажуть стоматологи, треба ходити, просто перевіряти себе і свої зуби раз на місяць, раз на півріку, щоб не дочекатися ситуації, коли вже болить, і коли треба вже щось таке робити. Просто розмовляти, просто спілкуватися і дивитися на свої співвідносини – трошечки зі сторони, які вони, чи все в мене в порядку, чи не все в мене в порядку, як живуть інші люди. Може, те, що в мене відбувається, я не розумію, але це дуже погано, і треба не мовчати, треба з цим боротися, треба з цим працювати, треба закінчувати такі співвідносини. Я вам дякую за те, що ви робите, за те, що допомагаєте жінкам. Я сподіваюся, таких жінок буде якомога менше. Ми розуміємо, що це подолати неможливо поки що. Ну, ми живемо як тварини інколи. Все ж таки в нас буває таке.
Але все ж таки сподіваюся, що і з психологічної точки зору жінки і чоловіки, всі, хто потребують допомоги, будуть її знаходити. І таких людей буде менше. Я вам дякую і хочу нагадати, що Олена Юхімчук, директор реабілітаційного центру для жінок «Софія», сьогодні була з нами, і психолог Тетяна Горіна. Я теж дякую вам. Ми обов'язково продовжимо цю гарячу тему. А якщо у вас є що сказати, дзвоніть. Приходьте. Ну і пишіть нам у соціальних мережах Центр захисту українців, перший міський Руслан Дроздов. До побачення.